Вітаю глядачів Львівмедіа. Слава Україні! Сьогодні в мене в гостях Володимир Заєв-Ханін, ізраїльський політолог, професор університету Бар-Ілана, академічний керівник Інституту євроазіатських єврейських досліджень у Герцелії, Ізраїль. На сьогодні дуже обширна тема для розмови, але ми її окреслимо, напевно, ліберальна демократія під час війни і російський слід у двох війнах, наймасштабніших після Другої світової у нашому світі. Моє шанування, вітаю вас в Україні. Вітаю вас і ваших глядачів. Дякую за запрошення. Я, напевно, вже почну з того, як я окреслила нашу тему. Так? Росія відіграє зовсім не останню роль в нападі Хамасу на Ізраїль. Як ви зараз бачите, чи досягла Росія бажаного, коли допомогла напасти на вашу країну? Якщо ваша ласка, я продовжу російською. На самом деле, роль Росії в даній ситуації не столь однозначна. У нас нет, существує гіпотеза о том, что за нападением Хамаса, за агрессией Хамаса на Израиль, этой ужасной катастрофической резней, которую боевики этой террористической исламистской группировки устроили в приграничных поселениях, Буча, умноженная в несколько раз, к сожалению, это, скажем так, в день погибло столько людей, сколько в последний раз в истории погибало во время одного дня, во время Холокоста. И есть, скажем так, и в медиа, и даже в профессиональных кругах циркулировали представления о том, что подобное нападение, подобный уровень планирования и организации, он этой террористической группировке недоступен. Что на самом деле там принимали участие в планировании и подготовке этой операции террористов. Понятное дело, их главный покровитель, Иран. Но были намеки на некую северную большую империю. Подтверждения этому пока нет. Были разговоры о том, что были там работали офицеры ГРУ российского. Сейчас наши бойцы, которые ведут зачистку севера сектора Газа и ведут полномасштабные военные действия в центре и на юге сектора, они находят груды вооружений. Просто груды, горы оружия, ну, скажем, российских брендов в том числе. Но напрямую ли это поступало из России? Или автоматы Калашникова производят сейчас где угодно? Возможно, это китайское производство, это может быть иранское производство. То, что мы знаем, часть мощного военно-промышленного комплекса в Газе, там часть вооружений производится по российской лицензии, боеприпасы, например. Но с другой стороны, граница между сектором Газа и Египтом, она почти не контролировалась. Этот Филадельфийский коридор, откуда Израиль ушел еще там 19 лет назад, полностью эвакуировав до последнего сантиметра, уйдя из Газы. Де-факто египтяне контролировали ее очень слабо. Дальше там Синайский полуостров, и вот через Синай, где действовали много всякого рода салафитских группировок и так далее, поступало, просто потоком поступали вооружения, в том числе и груды оружия, которые остались после войны в Ливии, например. Так что в этом случае мы можем говорить о том, что тот или иной российский след непосредственно, он прослеживается. Но вместе с тем, я думаю, что скорее Москва не стояла за самим нападением. Но Москва использовала ситуацию. И ситуацию использовала на 100%. То, что произошло, это, конечно, в интересах России. Прежде всего, по трем причинам. Первая причина – мы были накануне создания Ближневосточного НАТО. Израиль последние годы при американской поддержке очень акселерировал, ускорил процесс сближения с умеренными проамериканскими арабскими режимами. Был заключен мир с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, формализовали отношения с Марокко и целый ряд других арабских стран. Отношения с Саудовской Аравией, лидером этого блока, они уже почти 10 лет существуют неформальные отношения партнерства. Но палестинская проблема, которая, так сказать, является все еще актуальной, она контрпродуктивна для этих умеренных прозападных арабских режимов. Они хотели бы ее снять с повестки дня. Но Израиль требует, чтобы они оплатили свою цену нормализации. Они полагают, что оплатить этот проект во всех смыслах этого слова должен только Израиль. Но так или иначе, в неформальные взаимоотношения были. И мы были уже накануне, вот уже в апреле или в мае, на лужайке перед Белым домом, должен был собраться, так сказать, наследный принц
Саудовской Аравии и премьер-министр Израиля пожать руки и подписать договор о нормализации отношений, установлении дипломатических отношений. В итоге процесс формирования Ближневосточного НАТО, США, Израиль и страны арабского блока был вот на расстоянии вытянутой руки. И вы, как вы прекрасно понимаете, для Ирана, его прокси и его союзников, Китая и прежде всего России, это катастрофа геополитическая. Поэтому нападение Хамаса на Израиль, вероятно, оно было спровоцировано Ираном. С другой стороны, другие иранские прокси пока включились очень умеренно, как Хизбалла на севере и так далее. Так вот, ну, Хамас для них это одноразовый стакан, как они говорят, да, так сказать, бросили в костер и, типа, так сказать, спалили, да. Им важнее хуситы, им важнее Хизбалла, им важнее сирийский режим, там и так далее. Но для России в данной ситуации достаточно удобно возникло, да, о том, что, так сказать, наиболее неприятный для них сценарий не реализовался, и теперь непонятно, отложен насколько он, надолго ли. Второй момент, у них есть надежда, что мир заинтересуется новой ближневосточной волной, войной, и меньше внимания будет уделять ситуации в Восточной Европе, в Украине. То есть ресурсы Запада не безразмерны, как вы хорошо знаете, и ваши пользователи, зрители тоже. И поэтому вопрос, кто первый? Я так понимаю, это ваш следующий вопрос. Но так или иначе, в Москве рассчитывают, что ресурсы пойдут в Израиль, и меньше достанется Украине. Оружие, денег, внимание и так далее, и тому подобное. Да? Ну и, наконец, с точки зрения Москвы, показать себя защитником арабского дела – это в данной ситуации важнее, чем, скажем, поддерживать корректные отношения с Израилем. Есть и хорошая новость в этой связи. Хорошие новости три, так же, как три плохих. На каждую плохую новость одна хорошая. Одна хорошая новость заключается в том, что нормализация отношений с арабским миром, на чем с Саудовской Аравией, на чем бы закончился столетний арабо-израильский конфликт. Он бы на этом закончился, да? У нас ближневосточная проблема, она приобрела другое содержание. Раньше это был арабо-израильский конфликт, сейчас это конфликт западного блока с иранским блоком, да? И арабы есть и там, по обе стороны. И не арабы есть по обе стороны, да? Так что это совсем другая история. Это часть большой Третьей мировой войны, которую западное человечество ведет с азиатской дикостью, да? Один фронт здесь, где мы с вами находимся, да, другой фронт на Ближнем Востоке, третий, не дай бог, начнется на Дальнем Востоке. Все очень может быть, потому что Китай и Россия конкурируют за роль лидера вот этого глобального юга, который выступает против глобального севера. Глобальный пивдань против глобального пиндыча. И в итоге мы видим, что четко заявлено, из Эр-Рияда мы слышим, что нормализация отложена, но не снята с повестки дня. Закончится война, будем продолжать. Обратите внимание. Несмотря на то, что почти 90% саудитов, граждан, поддерживают Хамас, не Израиль. Но это другая история. Второй вопрос насчет денег. Из Вашингтона мы слышим, что денег хватит всем. То, что происходит сейчас, это в основном касается внутренней политики США, конкуренции между демократами и республиканцами. Что демократы требуют рассматривать потребности каждого союзника отдельно, Израиль отдельно, Украина отдельно, Тайвань отдельно, и обставляют это все некими условиями, да, например, выделение в рамках бюджета, выделение денег на создание то, что называется забора безопасности против иммиграции, нелегальной иммиграции с Мексикой и так далее. Демократы и Байден требуют, чтобы все принималось одним пакетом. Значит, либо все, либо ничего. В итоге на сегодняшний день никто не получил ничего. Ни Украина, ни Тайвань, ни Израиль. Что там будет дальше, не очень понятно, но, в общем, так сказать, тем не менее. Но, опять же, дело не в нехватке денег, а дело в том, чтобы они пока договорились между собой. Я думаю, что администрация, Конгресс дожмет в какой-то момент. И все просто свое получит. Просто, коли вони між собою домовляються, так. Ми втрачаємо. Це так, але
Окей, республиканцы, они поставили этот вопрос, и за помощь Израилю проголосовали все, и республиканцы, и демократы. Дальше как бы голосовать отдельно за Украину, да, тут начинается история и Тайвань. И тут начинается история, а как насчет забора, а как то, а как все и так далее. Обещали, что все закончится к февралю. Посмотрим. Ну и третий момент. Россия пока не выигрывает. На роль покровителя палестинских арабов есть много кандидатов. Россия здесь не первая в очереди. Так что, как это будет сработать, как это будет работать дальше, это, как говорится, вопрос на миллион долларов. Или, точнее, на много-много миллиардов. Я нещодавно бачила свідчення ізраїльтянки, яка пережила полон в Хамасі. Я би, якщо б це не був підпис, що це жителька Ізраїля, громадянка Ізраїля, я би могла сказати, що це українка. Тому що її свідчення дуже нагадують ідентичні тому, що розказують українки, які пережили російський полон. Але коли ми говоримо з вами, що досягла Москва, то напевно точно те, що Україна після нападу Хамасу на Ізраїль зійшла з перших шпальт європейських ЗМІ вже не так на вустах. Як ви вважаєте, наскільки реально збалансувати подачу інформації і чи варто вернутися до того, коли Україна розказувала жахливі історії, особисті історії? История, на мой взгляд, здесь такова. С точки зрения Запада, украинский кейс, он однозначный. Весь Запад однозначно за Украину. Тут нет вопросов с одной стороны, с другой стороны. Однозначно обвиняют Россию, однозначно на стороне Украины. Другое дело, что война идет уже 2 года, и быть в состоянии, как бы это сказать, психологического остервенения человек не может, мир не может. Да? Люди живут своей жизнью, окей. То есть сначала все пришли в ужас, что после Второй мировой войны вдруг война такого масштаба в Европе. Беженцы в Европе, еврейские беженцы в Европе, украинские беженцы в Европе. Что такое? Привыкли беженцы, что это сирийцы, иракцы, афганцы, албанцы и тут. И первое время, как бы это была, так сказать, новость номер один, да? Сейчас это перестает быть новостью номер один. С другой стороны, скажем так, если вы зададите вопрос любому европейцу, то они скажут, да, да, конечно, мы за Украину всей душой. Израильская ситуация другая. Во-первых, это новизна, новая война, больше внимания. И понятно, картинки... Все эти телевизионные картинки на всех каналах, на YouTube-каналах, на телевизионных каналах и так далее. И если первые 2-3 недели были отрывочки из этого фильма, 47-минутного, где устроили резню в приграничных поселениях, это трудно назвать даже варварской. Знаете, варвары – это обычно люди совершают варварство. Тут ощущение, что это хайзарим, как мы говорим на иврите. Как вы говорите хайзарим? Пришельцы из космоса. Прибыльцы. А? Прибыльцы, инопланетяне. Что это было... даже трудно их обвинить в негуманности, потому что гуманность – это про людей. И первое время впечатление было «ах, ах, ах, какой ужас». Ну, появились всякого рода фигуры тут же. Господин Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, который говорил, да, это, конечно, неприятно, но это же не возникло в вакууме. Претензии нужно предъявлять Израилю. По принципу, а ты что юбку надела, и тебя изнасиловали? Да нечего было короткой юбки ходить. Это же вы же понимаете. И Израиль это блокирует. Так само, как закидывают Украине, что Украина сама винна, что на нее напали, бо была занадто слабка. Ну, совершенно верно. Не надо было спорить, надо было... Принять все. Да, расслабиться и получать удовольствие. Да? Похилить голову. И так далее. Возможно, или договариваться, или так, или вот так, или вот так. Это очень распространено. И вот, если мы посмотрим, скажем, в первые несколько, скажем так, неделя после начала войны, после 7 октября, наши коллеги... не наши коллеги, наши американские коллеги, они ведут мониторинг социальных сетей в странах Запада в том числе, и не только, но прежде всего.
и смотрят, как реагировали на события на Ближнем Востоке. Первоначально они проследили несколько, десятки миллионов постов, перепостов и так далее, да, и видели там, что симпатии к Израилю и к Хамасу почти половина на половину, то теперь мы видим, что буквально там прошел месяц, и уровень поддержки Хамаса вырос в 10 раз. То есть, скажем, и там из 10 миллионов, миллион за Израиль, 9 миллионов за них. Это говорит о том, что израильская позиция даже в глазах западного общества такой наиболее либеральной, леволиберальной, леворадикальной части этого общества, это они видят, что они считают, что Израиль сам по большому счету во всем виноват, это колониальный проект и так далее. Разговоры о том, что мы-то вообще-то на своей земле, мы живем в Эрец Исраэль, земле Израиля, мы вернулись на родину, нас там не было 2000 лет, извините, да, но не по своей воле мы ее покинули, а теперь мы дома. Мы согласны поделиться дома, домом своим, да, мы согласны договориться, и кто бросит нас за это камень? Мы много раз пытались договориться, да, но в ответ что мы слышим? From the river to the sea, Palestine will be free, да, это значит, что вас здесь быть не должно, не вместе с Израилем, а вместо Израиля. В лучшем случае бегите, откуда пришли. Откуда мы пришли? Со всего света. Угу. Вот. А еще лучше давайте мы вас утопим в море. Вот это к этому всему относились как к фигуре речи. Знаете, так, окей, болтают. Как говорят американцы, если кто-то говорит, что вас хотят убить, верьте ему. И вот это вот ровно это самое подтвердилось. Короче говоря, вот эти вот кадры резни израильтян, евреев, арабов, всех, там и бедуинские поселения, всем достались. Они очень быстро сошли с телевизионных картинок. А вышли то, что происходит в Газе. А в Газе война, извините, не мы начали. И израильская армия выполняет задачу ликвидировать режим Хамаса. Ты где-то на протяжении, с 2007 года, вот уже больше 15 лет, пробовали мирно сосуществовать. Хамас заявлял, что его задача уничтожить Израиль, а в Израиле полагали, и наше правительство тоже, одно за другим. Но это, так сказать, фразы, это слова, они же не только движение исламского сопротивления, они же еще и избранное правительство, они, соответственно, должны же заниматься своим населением, кормить его, учить его, лечить его. Израиль поставляет воду, они с нами воюют, мы поставляем воду, электроэнергию, товары гуманитарного спроса, лечим их больных, даем им рабочие места, топливо, палево, да, и так далее. Туда чемоданами идут деньги, валюта там шекель, между прочим, и чемоданами идут все эти доллары из Катара, из остальных этих самых стран. Полагали, окей, постепенно вот эта вот логика сосуществования их втянет. В конечном итоге они будут болтать одно, а не будут пересекать красные линии. Какая-то красная линия пересекают, ограниченная террористическая операция, они опять успокаивают. Как там у Райкина, помните? И опять тихий, и опять спокойный. В общем, прирежет одного-двух, а дальше все спокойно. Короче говоря, но сейчас ситуация радикальным образом изменилась. И задача стоит, во-первых, вернуть заложников, заручников. Во-вторых, уничтожить этот режим, чтобы Газа более не представляла угрозы для существования Израиля на войне, как на войне. Не мы это начали. Сложите оружие, и вас перестанут бомбить. Но в Европе и вообще на Западе это во многом воспринимается иначе. Они видят вот эти вот ужасные картины. На этом фоне, это длинное предисловие к короткому ответу на ваш вопрос, это сейчас намного более секси, чем, например, обсуждать, что происходит на Украино-Российском фронте, по той простой, что там все уже всем понятно. По той, кто герой, а кто террорист, да? Кто защищает свою жизнь и свое право, а кто является агрессором. Что там еще обсуждать? Але тим не менше, коли ми говоримо про російсько-українську війну, то, наприклад, Україні забороняють використовувати зброю по території Російської Федерації, ту, яку надають союзники. І тут Україна виходить до власних міркувань, використовуючи безпілотні літальні апарати, і чомусь дуже щось на території Російської Федерації вибухає. Ізраїлю ніхто ж не ставив рамки.
На чужой территории? Да. Насколько ми слышали, Україна використовує своє оружие на так, да, своє, але не зброю партнерів. Ізраїль використовує своє оружие. Дело в том, что, смотрите, мы должны понимать, что отношения Израиля с Соединенными Штатами и европейцами, они выстроены многими десятилетиями. Это не начато с чистого листа сегодня. Украина присоединилась к этому клубу союзников, американцев, да, и НАТО сравнительно недавно. У Вашингтона и Иерусалима многолетние выстроенные отношения, долгие. Разговоры о том, что Соединенные Штаты содержат Израиль, это пропаганда Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Это давным-давно уже стали отношения партнерские. Американская помощь или субсидии – это фигура речи. Реально речь идет о взаимопроникновении двух экономических систем, двух оборонных систем, двух производственных систем и так далее и тому подобное. Да, Америка выделяет каждый год большой транш Египту и Израилю на приобретение оружия, приобретение американского же. Но вместе с тем частично он идет на финансирование разработок. То есть, по сути дела, те F-16, F-35, это авиация, боеприпасы и так далее, там, прежде всего сложные системы, они проходят обкатку в Израиле. Генеральный президент Lockheed Martin несколько лет назад, те, которые производят эти вот многоцелевые истребители-бомбардировщики американские, которым вооружена и ВВС Израиля. Так вот, он как-то в одном из интервью признался, что за время сотрудничества с Израилем он чистыми заработал, его концерн заработал больше, чем 50 миллиардов долларов. Потому что там становится израильская авионика, кресло пилота, шлем пилота, адаптация к реальным условиям боевых действий. Это там выстроены намного более, скажем, многослойные отношения. Это не просто там открыли склад и дали, понимаете? Там, я не знаю, это знаменитый от железного купола до так вот, четырехслойная эта система противовоздушной обороны, эти ракеты «Хэтс», «Стрела». То есть ХЭЦ-1 – это ближнего радиуса действия, ХЭЦ-2 – это дальше. Средние ракеты и межконтинентальные. Вон, запустили уже, «Звездные войны» у нас там идут на Ближнем Востоке, запустили ракету, которую сбили в стратосфере, да? В этот ХЭЦ-3, эта система. Израиль – маленькая страна, которая не может произвести все. Израиль производит, в Израиле нет полезных ископаемых, очень мало. Нашлось в последнее время вот немножко газа. Да? У Израиля есть только один ресурс – мозги. Значит, израильтяне производят технологии, производство идет не у нас. Поэтому, соответственно, есть все эти разговоры. Можно использовать это, нельзя использовать то и так далее и тому подобное. Но в нашем случае все иначе. Тому і, по суті, коли Хамас напав на Ізраїль, Сполучені Штати Америки та союзники одразу відгукнулися і надали ту необхідну допомогу. Тому що договор такий. На відміну від України, коли ми дотепер чуємо, що ми не можемо перейти червоні лінії. Ну, смотрите, я не знаю, повірите ви чи ні, але американці підтримували ембарго на поставку Ізраїлю оружия до 1966 року. Запрещали поставлять вооружение себе и своим союзникам. И только после победы в шестидневной войне, в Вашингтоне поняли, что к Израилю можно относиться серьезно. Вы понимаете, что я имею в виду? И в конечном итоге, уже когда была война судного дня в 1973 году, в целом вооружений хватило на эти два месяца военных действий, которые шли, американцы поставили тяжелые бомбы тогда, в тот момент. Значит, в данном конкретном случае есть некий наработанный механизм взаимоотношений, серия, пакет подписанных соглашений и, главное, опробованных в разных ситуациях, когда понятно, в первый же день понятно, что делать. Скажем, когда мы говорим о боеприпасах, просто открывается склад, который находится в Израиле же, американский склад, да? С этого склада, кстати, часть вооружения, часть боеприпасов поставляли Украине. Теперь понятно, так сказать, какая-то часть идет израильской армии. Так что в данном конкретном случае, я думаю, сравнения уместны, но они не однозначны. Я полагаю, что Украина на пути к этому процессу. Да? Израиль первая страна, которая возглавила список союзников США вне НАТО. То есть мы не член НАТО, как и Украина, да?
Израиль первая страна, которая стала американским союзником, получает то же, что и партнеры по НАТО. Украина стала кандидатом номер 11 вместе с Грузией, 12, если я не ошибаюсь. То есть нужно вместе пройти длинный путь. Поэтому я думаю, что сравнение, почему вам дают, а нам не дают, это хороший вопрос. Он уместный, но, скажем так, простого ответа на него нет. Вот нужно это людський, насправді. А? Він дуже людський, насправді. Тому конечно. Що ну, це людей турбує. І ви знаєте, коли напали на Ізраїль, я ж дивилася в соціальних мережах, що пишуть українці. І українці висловлювали співчуття ізраїльтянам, тому що... ну, пережити війну, і коли твій будинок знищують, ну, ти навіть не знаючи ворогу побажаєш. Ну, очевидно, вже зараз можемо сказати те, що побажаєш. Коли Росія напала 24 лютого 22-го року на Україну, ізраїльтяни висловлювали свою підтримку. Я знаю дуже багато, що приймали людей, приймали навіть дитячі будинки з Маріуполя були евакуйовані до Ізраїлю. Але влада Ізраїлю дуже обережно висловила підтримку тоді Україні. Як, на вашу думку, зараз, після нападу Хамасу на Ізраїль, чи змінилося ставлення ізраїльської влади до війни Росії проти України? Давайте з вами розведемо кілька рівнів. Да? Общественний, суспільний і політичний. Так? С точки зрения политического уровня я не вижу фундаментальной разницы между подходом Киева и Иерусалима. То, что касается публичного уровня, мы видим, что это очень греет сердце, что украинцы тотально поддерживают Израиль в этой войне. Израильские флаги, то, что в социальных сетях, это... Поверьте мне, это не слова, это очень и очень-очень для нас ценно. Пожалуй, сегодня Украина вместе с Чехией две самые произраильские страны в Европе с точки зрения общественности. То же самое было в Израиле, однозначно. Мы регулярно смотрим опросы общественного мнения, и мы видим, что на стороне Украины порядка 90% израильтян. Там 80-90, с теми, там, скажем так, процентов 70 безусловно, еще там процентов 20 в целом, да. То же самое, вот, скажем, недавний опрос Института социологии киевского показал 69% украинцев за Израиль. И там 6%, по-моему, там им было, у них не было мнения, и 1% против, один. То есть ниже статистической погрешности, если вы понимаете, что так. Я имею в виду. Так вот, с другой стороны, Израиль действительно, не будучи гарантом безопасности Украины, не будучи членом НАТО, вел себя осторожно. С одной стороны, не присоединился официально к то, что называется санкциям антироссийским. С другой стороны, не сделал ничего, чтобы эти санкции кто-то смог с помощью Израиля обойти. Да? Сделать все, чтобы наоборот, да? Не смог обойти. Это долгие разговоры, не очень приятные на самом деле. То есть, если, я не знаю, вы, конечно, не бывали в Москве после этого. Но, скажем так, люди, которые бывают в Москве, все европейские бренды там. Включая, да, включая страны, тех стран, которые официально поддерживают санкции. Да? Понятно, что уровень поставок через третьи страны, особенно через Китай. Але, тем не менш. Да, все там. Так что в этом конкретном случае, с одной стороны, Израиль де-факто не сотрудничает, а с другой стороны является объектом критики. А почему же вы не провозгласили? Окей, старый одесский анекдот, вам шашечки или ехать? Но тут, как говорится, эмоциональный момент, он не менее важен, чем момент практический. Да? Плюс к этому давайте не будем забывать, что Россия наша граничит с нами, в Сирии. Там российские войска, часть перебросили туда. Ни Москве, ни Иерусалиму на сегодняшний день не интересно открывать новый фронт. Но, в конце концов, это может, по большому счету, тоже может случиться. Ну и, наконец, третий момент, если мы говорим на государственном уровне. Зеленский
выступил сразу и однозначно с осуждением Хамаса, так же, как и тогда израильский премьер выступил с осуждением России и так далее. Вот. Но я довольно много общаюсь с украинскими коллегами и читаю литературу, и слышу, что говорят украинские политики, когда им впрямую задают вопрос, какова будет ваша позиция в отношении арабо-израильского конфликта, ответ какой? Мы будем голосовать так, как предлагает Брюссель. Мы идем в Евросоюз, поэтому, соответственно, наша позиция – это позиция Европейского Союза. А позиция Европейского Союза в отношении Израиля крайне неоднозначна. Так что в этом смысле, я думаю, высчитывать, кто там что сказал и кто там что сделал, крайне непродуктивно. Важно в этой ситуации, что мы можем для друга сделать, используя колоссальный уровень взаимной симпатии и поддержки. От тут і очевидно наступне питання. Як Ізраїль допоможе Україні і як Україна може допомогти Ізраїлю? І у війні, і у період після перемоги. Во время войны я бы сказал, что идет процесс взаимного обмена информацией. Скажем так, это некая общая фраза, за которой многое стоит, и не все мы с вами можем озвучивать на сегодняшний момент. Речь может идти об опыте украинской армии, например, противостояние использованию иранского оружия. У Израиля пока есть теоретический опыт. То есть на самом деле, как показала, вот уже показывает эта война, армия обороны Израиля, ЦАГАЛ, в состоянии противостоять любой угрозе. В том числе и воздушной угрозе. Скажем, вот эта вот сложная система эшелонированной обороны, она, как выяснилось, функционирует. Скажем, израильское небо закрыто на 80% на сегодняшний день. Да? В свободных средств нет, просто открыть склад и отдать кому-то что-то невозможно. Израиль работает как, скажем так, на фьючерсные проекты. То есть и Израиль не может обеспечить своей продукцией все, кто в этом заинтересован. Израильтяне предпочитают дать там что-то, а затем передать технологии. Но технологии передают союзникам. Угу. Германии, Азербайджану, там, Индии, да, то есть тем, которые, Соединенные Штаты, понятно, скажем, большая часть ракет и противоракет производится в Калифорнии, разработанные в Израиле, да, поэтому оба участвуют и так далее. Если в какой-то момент это произойдет, да, на треке Иерусалим-Киев, это будет вот та форма сотрудничества, о которой мы можем говорить. Об этом говорили во времена... 2017 год, как я помню, 18-й. Да, было такие разговоры. Были разговоры, но... На жаль, дальше размов дело не пошло. Надо сказать, что в Киеве тогда предпочли стратегическое партнерство с Турцией. Это дешевле и удобнее. Скажем, в итоге появились барактары, там, ну и так далее. Это израильская технология предыдущего поколения. Это, понятно, дешевле, ну и так далее. Так вот, соответственно, возможно, после войны к этой теме вернуться. Второй момент, я бы сказал, что то, что после войны. А после войны тут мы можем помочь друг другу очень много. Я полагаю, что Израиль может взять на себя выстраивание системы здравоохранения и социальных услуг. Это будет крайне важно в той ситуации, в которой находится сегодня украинское общество. Израиль, думаю, что сможет передать значительную часть свои технологии в аутсорсинг в Украину. Mm-hmm. Это было до войны. 20 тысяч украинцев работали на аутсорсинге на израильские компании. Я думаю, это будет дальнейшим шагом вперед. Третий момент, это будет, понятное дело, то, что касается системы образования, реконструкции, транспорта и так далее, и тому подобное. Ну и, наконец, если Украина будет в НАТО, она там, вероятно, будет, то это уже будет работать все те договоренности, которые есть между НАТО и Израилем. И тогда Украина станет их частью. Что касается того, чего мы хотим от Украины в данном конкретном случае, ну, во-первых, продолжение симпатии и поддержки, это крайне важно. И второе, Украина житница, да, это сельское хозяйство, это продукты, это зерно.
Это то, чем Украина, так сказать, на сегодняшний день, как и Россия, в общем, но Украина тоже в первую очередь, она решает продовольственную проблему в мире, которая будет только обостряться. Израильские сельхозтехнологии и украинские возможности – это, так сказать, будет такая штука, которая, с которой будет сложно конкурировать. И, ну, естественно, мне как ученому, как академику, крайне важно научное партнерство между нашими странами. Оно шло пока на уровне такого, чуть-чуть-чуть, по касательной. Я очень надеюсь, что после войны ситуация изменится. Я очень надеюсь, что после окончания войны на Ближнем Востоке и здесь, в Восточной Европе, будут созданы несколько комиссий, израильско-украинских, по целому ряду вопросов, где эксперты могут обсудить, как эффективнее работать, обсудить многое от тяжелых страниц истории и до технологического партнерства. И я думаю, что это будет намного продуктивнее, чем считаться, кто кому что не додал, и кто там виноват, или кто наоборот что сделал. Историю историкам, майбутнє народові. Это правда. Я завжди... Знаєте, коли ми говоримо про Україну в НАТО, завжди доставляють приставку «можливо», стовідсотково, але ймовірно. Не розумію вас, що ви вважаєте, маєте на увазі? Коли говорять про Україну і НАТО... Так, можливо. Можливо. Окей. Або кажуть «Україна у НАТО стовідсотково, але...» Окей. І три крапки. Як, ну, очевидно, що війна, велика протяжність фронту, так, стимулює альянс брати до себе Україну як члена НАТО. Є такі версії, що пропозиції, щоправда, так, взяти Україну частково по регіонах в НАТО, в альянс оборонний. Як ви розглядаєте взагалі, за яких умов Україна опиниться в НАТО, і чи ми можемо на Варшавському саміті, на вашу думку, зі сторони отримати запрошення хоча б для початку? Я би сказав, що частичне прийняття в НАТО – така езотерична ідея, яка означає вежливу форму «нет». «Нет, не хотим». Я полагаю, що коль скоро конфлікт вернувся в Європі, да, Запада с Востоком, да, то у европейцев, ну вообще у стран НАТО не будет выбора, кроме как... У них два выбора. Или сдать Украину с потрохами. Да, или принять. Или, так сказать, взять на себя ответственность. Ну и Украина возьмет на себя ответственность соответствующую, да. Вот. А так играть, сидеть на двух стульях... Угу. Это по-русски говорят «сидеть на двух стульях», на иврите говорят «лашевет бейна кисаот» – «сидеть между стульями». Вот, вот между стульями сидеть не получается, знаете, что-то так одно из двух. И поэтому, скажем так, 100% НАТО «однако» – это означает «нет». Стало быть, это многое будет зависеть, на мой взгляд, со стороны, если я смотрю на ситуацию. Это будет много зависеть от того, в какой степени мы увидим давление на официальный Киев для того, чтобы свернуть военные действия и пойти на соглашение о перемирии. О мире нет. Мир в ближайшие десятилетия, наверное, не наступит. Но о перемирии. Вот как получилось по итогам первой арабо-израильской войны. Войны за, то, что мы называем война за независимость. Вот появилась зеленая черта, линия прекращения огня. Кто-то называет ее границами 48-го года, а потом 67-го года. Это никакие не границы. Это просто там остановились военные действия. Но это уже, так сказать, так устоялось в дипломатическом и даже в правовом дискурсе, в информационном, что все вот говорят, ну вот, вот, вот она естественная граница между Израилем и арабским миром. Говорю, ребята, извините, почему? А Иудея, Самария, родина, историческое, как бы так сказать, поселение, то все, ну, да. Так вот, если, скажем так, давление на Киев будет согласиться на... Да, перемирие по линии прекращения огня, если оно там наступит, и только эту часть Украины возьмут в НАТО, ну это несерьезно, ну правда. Так что или все, или ничего в этой ситуации. Да? Если речь пойдет о границах 23 февраля 2022 года, то тут можно обсуждать. Тут можно обсуждать особый статус Крыма, особый статус Луганска, Донецка, там какие-то такие вот вещи. Тогда, так же, как получилось, например, с Кипром. Греческий Кипр, турецкий Кипр, да, по
уставу, НАТО либо берет страну, либо не берет, да, целиком. Евросоюз либо принимает государство, либо не принимает, но для этого у Евросоюза, у этой страны должны не быть неурегулированных отношений с соседями. В конце концов, греческий Кипр внутри, а турецкий снаружи. Оказывается, бывают исключения. Ну и, наконец, третий момент – это израильский опыт. Кстати говоря, расширение Евросоюза, оно предполагало, третий виток расширения, предполагало включение туда Мальты, Кипра, Марокко и Израиля. Мальта и Кипр внутри, а вот Марокко и Израиль – нет. Есть разные версии, вы знаете. Германская версия – это «Drang nach Osten», расширение на восток, а французское – это превращение всех стран, так сказать, Средиземного моря в Европейское озеро, поэтому им нужно, чтобы на восточном берегу этого озера было тихо. Евреи, помиритесь с арабами уже наконец-то, да? Да, так сказать, замечательно слушать эти добрые советы. Ну, во всяком случае, да, чего вам мешает? Ну, вам как это, подумаешь, да, все равно, да. Украина воюет с ядерной Украиной, что вам мешает? Ну, что вам мешает говорить? Ну, действительно. Ну, действительно, да. Видаете частину территории, я вам что, шкода, вы и так да, были в Украине. Да. Все, мы... Ой, поверьте, мы так часто это все слышали в предыдущие годы. Ну ладно, не важно. Так вот, стало быть, важно, но не об этом речь сейчас. Так вот, стало быть, в Израиле есть выстроенные отношения с НАТО на уровне партнерства и выстроенные отношения с Евросоюзом. Израиль де-факто европейская страна, хотя мы в Азии географически. Геологически мы вообще в Африке. Так вот, соответственно, мы западнее сирийского разлома, это африканский континент уже. Так вот, соответственно, но у Израиля в Евросоюзе статус выше, чем у некоторых европейских стран. Например, Швейцарии, например, Норвегии, например, Англии после Брексита. И, скажем, в Германии израильтяне могут, им не нужна рабочая виза. Ты приезжаешь, у тебя есть работа, ты устраиваешься на работу и все. Соответственно, это главный рынок для Израиля на сегодняшний день. Европейцы покупают, мы покупаем много в Европе, европейцы покупают израильские товары, продукцию хай-тека, вооружение, технологии, медицинские препараты и так далее. И так время от времени начинаются всякие разговоры. Нет, мы будем маркировать продукцию поселений. То, что за зеленой чертой, это не Израиль, а внутри это типа да. Все прекрасно понимают, что это все исключительно дымовая завеса. Это все, как сказать, разговоры. А практически вот есть такое вот партнерство. Поэтому я задам, скажем так, мы иногда задаемся вопросом, а так ли уж нам надо, нужен этот Евросоюз? Мы имеем плюсы и ни слова не имеем издержек. Вот на конференции, где я сейчас нахожусь во Львове, у Львиве, встреча Украина и Вышеградский блок, да, страны Вышеградского блока. Я смотрю, коллеги говорят там о том, как положение балтийских стран, положение некоторых восточноевропейских стран, что они выиграли от присоединения к Евросоюзу, а что не выиграли, да. Выиграли многое, а с другой стороны, потеря населения, миграция, закрытие целых сфер экономики. И вот мы начинаем думать, необходимость принять иммиграционную политику Евросоюза. И вот мы иногда думаем, а что? Мы неплохо партнерствуем и так, строго говоря. Да? Бачите, в Україні розцінюють вступ в НАТО, Євросоюз, як своєрідний щит від нападу Росії повторного. Ви зі сторони як бачите, наскільки це реально? Видите ли, в чому діло? Я, скажем так, колеблюсь или сказать то, что я хочу сказать. Так уж получается, если израильский опыт кому-то чего-то, чему-то и учит, то он учит только одному. Вы не можете перелагать ответственность за свою безопасность на кого-либо другого. Вы должны быть сильными, и тогда с вами будут считаться. И тогда вам захотят помочь. А слабому помогает один раз из жалости. Второй раз из гуманных целей. А в третий раз, у всех свои проблемы. Поэтому это, так сказать, партнерство, это дорога обоюдная, с двух сторон. Угу. И условия присоединиться к Евросоюзу и к НАТО на правах бедного родственника или на правах страны, которая победила в войне, это разные вещи. Але не так просто перемогти ядерную країну с нескінченним людским ресурсом. Вопросы нужно задавать тем, кто подписал Будапештский протокол.
который лишил Украину ядерного вооружения. Зокрема, одна з тих є Росія. И подписана Россия. Знаете, я вам расскажу анекдот напоследок, если можно. Да? Некоторое время назад, ну скажем так, понятно, во вегетарианские времена мы общались с российскими коллегами, естественно, сотрудничали, как украинцы. Стратегические партнеры, договор у вас тоже был с ними. У нас тоже было, да. Да, все было и так далее. И вот одна из сотрудниц российского посольства, тогда послом был Бовин, интеллигент, либерал и так далее, да ныне покойный, к счастью. Потому что если бы он на это посмотрел, то что происходит. Так вот он тогда, он человек был нездоровый, он был послом в Израиле, в Тель-Авиве. И время от времени он ложился в клинику для того, чтобы, ну, так сказать, привести себя в порядок. И тогда его нельзя было тревожить вообще. Отключал телефоны и все. Значит, коллега его рассказывала, что он говорил всем так. Не важно, что произойдет. Президент будет звонить, марсиане прилетят, меня нет. Ну, если только не произойдет что-то невероятное, если не начнется война с Украиной, тогда все, ха-ха-ха-ха-ха, война с Украиной, с кем, зачем? Тогда понятно, это предполагалось, что мы не можем, скажем, предъявлять претензии к этим людям, которые не могли вообразить невообразимое. Но время меняется, времена меняются, меняются обстоятельства. Я ще, давайте, у нас ще є трошки часу, у нас дуже багато залишається тем, тому я сподіваюся, що ми ще при іншій нагоді також їх обговоримо, але я не можу не зачепити тему виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що Україна дуже обережно ставиться до повторного терміну президентства Трампа. Бачачи в цьому загрозу, його останні фрази про те, що він війну закінчить між Україною і Росією за кілька годин і про поставку зброї. Як ви бачите, наскільки Трамп як президент Сполучених Штатів Америки загроза як і для України, так і для Ізраїлю? Я би сказав так, що в отличие від терористів і бандитів, які, якщо говорять, що вам потрібно, якщо вам угрожають, то вірте їм, в Америці, як раз в западному світі, потрібно розводити фразеологію і реальну політику. Трамп был очень произраильским президентом. Очень произраильским, да? И те предложения, скажем, сделка века, которую он предложил, это единственное на сегодняшний день более или менее реалистичный способ разрешения палестино-израильского конфликта. Я говорю не о арабо-израильском, он как бы, так сказать, выдохся, да? А вот палестино-израильского конфликта. Де-факто ту линию, которую он вел, наследовал Трамп, ничего не изменилось, по большому счету. Наследовал Байден, да, извините. Байден. Ничего не изменилось, по большому счету. Собственно, еще Барак Обама выдвинул идею ухода с Ближнего Востока. Из тех точек, которые Америке не интересны. И передать поддержание безопасности в аутсорсинг. Для этого, вот он говорит, типа Израиль и саудиты, пускай они там со всеми разбираются. А мы еще перезагрузим отношения с Ираном, поэтому подпишем с ними ядерную сделку. А чтобы арабы подключились, Израиль должен пойти на широкомасштабные уступки на палестинском треке. Все как бы было просто, просто было на бумаге, забыли про овраги, ну известно. Я бы сказал, что линия на уход из неактуальных мест для Америки. А актуальная для Америки это Китай на сегодняшний день, Южная и Восточная Азия. Это была более-менее линия, которую продолжил и Байден. Этот уход из Афганистана, видите, как это все выглядело. Да? Вот. Так что я думаю, что кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, Трамп или не Трамп, так стоит вопрос. Либо Трамп, либо кто-то другой. Да. Неважно кто. Да? Я думаю, что фундаментального изменения не будет. Администрация Трампа будет помогать союзникам, будет помогать Украине и Израилю не меньше, чем администрация Байдена. Просто будут произноситься разные другие слова. Другое дело, что республиканцы, их концепция, это то, что Америка не должна оплачивать банкет у всех. Что, скажем, Украине должна помогать Европа намного больше, чем она это делает сейчас. И если мы партнеры, так давайте, так сказать, в этом деле участвовать. Но это происходит, но это медленно, это ржавый, это тяжелый механизм. Европейцы привыкли, что есть американские базы, что есть американские зоны. То есть они полностью проамериканские,
А за это Америка их там типа защищает. А теперь нужно защищать еще и Балтию, и Украину, и там Молдову, и Грузию, и с Божьей помощью, если изменится рез... Ладно, я хотел про Беларусь сказать, но это, наверное, некорректно будет об этом говорить. Так вот, стало быть, другая история. Ребята, внесите свою, оплатите свою часть акции. Он же бизнесмен. Так что я думаю, что фундаментальных изменений на практике не будет. В хорошем смысле этого слова не будет хуже, но будет ли лучше, я не уверен. Виборчий рік також і на Росії, зокрема, ну, я це називаю псевдовиборами, тому що там вибори без виборів, Путін знову стане президентом. Як ви вважаєте, чи вигідно Москві зараз до ще одних виборів президентських запалити ще одну гарячу точку на карті світу, десь розпочати конфлікт за сприяння того ж Ірану, наприклад, в Лівані як варіант? В Лівані? Влияние России на эти процессы не нужно преувеличивать. Вопрос в том, кто там собака, кто хвост. Было принято считать, что, скажем так, давление, намеки или поддержка из России дает некую гарантию того, что они могут там начать, его союзники российские могут начать ту или иную авантюру. Теперь я думаю, что процесс обратный. Ведь сближение, например, России и Ирана, там ведь первую партию играет не Москва. Дело в том, что россияне, сконцентрировав свои ресурсы на украинском фронте, они в значительной степени освобождают отдельные ниши. В той же Сирии, хотя их там еще достаточно, да, на Южном Кавказе, армяно-азербайджанский конфликт, да, по сути дела. Армения – близкий партнер Ирана. В Азербайджан – союзник Израиля. Так получилось. И Иран, естественно, в эту нишу, в которую входят, откуда выходят россияне, он туда входит. Иран поставляет России беспилотники, как вы знаете, да, вот эти вот шахеды и все остальное. Знаем, бачили, чули. Бачили, чули, это так. Вот, поставляет двигатели, поставляет и прочие вооружения и так далее. Иранцы, ну это талантливый народ, знаете, да, персы народ талантливый. И они очень быстро занимаются копированием технологий. Стоит только каким-то западному оружию попасть на Южный Кавказ, и тут же, так сказать, появляется иранская копия, которую получает и Россия тоже. Стало быть, в этом смысле я бы сказал, что влияние Москвы на организацию конфликтов, оно существенное, но не доминантное, по большому счету. Так что в этом смысле я бы сказал, что... Начинать новую войну не в российских интересах, но поддержать и использовать, это по большому счету да. Смотрите, если мы говорим о Ливане, вы задаете вопрос, скажем, предполагалось, что ли, что Хизбалла нападет вместе с Хамасом. То есть Израиль будет вести войну на два фронта. Он и так ведет войну и на юге, и на севере. Но на севере идет пока позиционная война. Да? То есть полномасштабного войны нет. В том числе и потому, что в отличие, скажем, от Газы, где Хамас – это порождение местного народа, местного населения. Ливан – он заложник у Хизбаллы и у Ирана, соответственно. Но там, скажем так, позиция по поводу того, воевать с Израилем или нет, неоднозначна. Совершенно нет. Поэтому они воздержались на этом этапе. Идут, так сказать, все время расширяющиеся военные действия, но пока вот нет ни того уровня, который, так сказать, может быть, персы, иранцы ожидали. Ну и, наконец, в других местах есть Сирия, и Хуситы и так далее. Я думаю, что роль России в этом месте, скажем так, они используют ситуацию, но вряд ли они могут сильно на нее повлиять. Коли ми українці дізналися, що Іран постачає шахети росіянам, ну, чесно скажучи, відчули трошки, як не можемо сказати, що ні, що спину, у нас були відносини протягом 30 років нашої незалежності, один
чудові, успішні проекти і інколи невдалі. Але, зокрема, всі згадували землетрус, який був в Ірані, який з різними підрахунками забрав там близько 30 тисяч жертв. І коли Україна направила тоді своїх рятувальників, своїх медиків, своїх фахівців допомагати і рятувати, то тепер Іран відправляє шахеди, які вбивають. На вашу думку, чому Іран, ну, ви вже частково відповіли, та, чому Іран грає за Росію, але чи можна перетягнути Іран на свою сторону? І чи треба? При этом режимі нет. При радикальном исламистском режиме аятол нет. Это невозможно. У них четкий идеологический выбор на сегодняшний день. У Ирана не только региональные амбиции, но и глобалистские амбиции. Они несколько лет назад провозгласили новый этап исламской революции, это как Советский Союз, да, всемирный коммунизм. Хотя они на початку Ирана Радянский Союз, если я не помню, вважали ворогом, ну, за іншою. И так далее, так. Да. Так вот, стало быть, я думаю, что на сегодняшний день геополитические интересы Израиля – это часть глобального юга. Они союзники России, они союзники Пакистана, хотя у них там могут быть недоразумения. Они союзники Китая, это вот тот самый блок, который противостоит антизападному блоку. Израиль давно свой выбор сделал, Украина свой выбор сделали, мы по другую сторону баррикад. Так что, скажем так, в той или иной мере закончится российско-украинская война в том или ином виде, да, можно будет, знаете, мы живем в эпоху постмодерна, знаете, гибридные войны, здесь играем, здесь не играем, здесь сотрудничаем, здесь воюем, это не как Первая, Вторая мировая война. Там может быть какие-то там взаимоотношения, ну, в конечном итоге Россия воюет с Украиной, российский газ идет по украинской территории. Такое тоже есть. Вот, ну и так далее. Посмотрите на Турцию. Эрдоган разве что, извините за употребление термина, просто с говном Израиль не смешивает, да? Вот. И оккупанты, и фашисты, и Гитлер, и то самое. А товарооборот растет. Потому что другого способа поставлять товары турецкие в Азию, кроме как через израильские порты, нет. Да? Израильтяне время от времени поднимают вопрос, что вот давайте мы попробуем научиться жить без гражданского рынка Турции, как мы научились жить без военного. Вот. Но пока все это на уровне более-менее разговоров. Ну, такая вот эпоха у нас странная. Такая странная Третья мировая война. Так что мы с вами можем обсудить много всяких сценариев, но эти сценарии, их реализация будет зависеть от такого количества «если», что сейчас, я думаю, нам не стоит прогнозировать. Третья світова перетворилася у війну теорій, і якби, умовного способу, напевне. Это верно. Но иногда эти теории, знаете, эти теории иногда работают. Люди иногда увлекаются теориями и думают, что они отражают стопроцентную реальность. Начинают принимать по этому поводу решения, а затем эти решения нужно адаптировать в реальности, и не всегда получается. А Третья світова, вона вже почалась, на вашу думку? Давно. Коли початок? Ну, первые залпы этой войны были во время Иракской войны, Второй Иракской войны. Затем, так сказать, амбиции Китая и угрозы, которые, так сказать, обострение китайско-южнокорейских, тайваньских и китайско-японских отношений. Это, видимо, все-таки главный будет театр, это главный театр военных действий. Затем арабская весна, а затем вот война в Украине. И война теперь на Ближнем Востоке, я боюсь, очень хочу ошибиться, но я боюсь, что это еще не конец. И я думаю, на самом деле, что это, скажем так, это скоро не закончится. Но опять-таки, некоторые страны, Израиль, например, когда шла арабская весна, вот эта вот, да, которая быстро перешла в исламистскую зиму, не демократия там победила, а вот пришли еще более тоталитарные, еще более жесткие, еще более радикальные исламистские режимы. Да? Вот какие-то страны уцелели, какие-то нет. А потом осень великих держав, которые решили оттуда отойти. Другие проблемы хватает. Других проблем хватает. Израиль себя вел как вилла в джунглях, знаете, так сказать. Впервые за всю историю нашей страны мы тут не при делах, мы тут ни при чем. А теперь оказывается, что при чем. И очень даже при чем. Нет стран, которые ни при чем. Но в той или иной мере. Когда эта война закончится, мы не знаем. Однако, это не повод даже в воюющей стране
собственно, напрямую воюющей стране. Это не повод не иметь хорошего образования, пристойного здравоохранения, либерально-демократического режима. Это все нельзя откладывать на потом, потому что потом может не наступить. Ми так і не обговорили ліберальну демократію під час війни. Ми більше зосередилися, напевно, на важливих питаннях, ну, на глобальних питаннях. Але давайте наостанок я таке задам про ліберальну демократію. Як ви бачите, в Україні вона зараз є чи її немає? Україна вистраює ліберальну демократію, тому що вона вистраює зараз базу для ліберальної демократії. Базою для ліберальної демократії є політична нація. Це те, що в Україні зараз відбувається. Она несовершенна, она нигде не совершенна. Вот. У Израиля это заняло, я сейчас вам скажу, сколько времени. Это заняло 30 примерно лет. То есть это было, сначала мы попробовали построить социализм с человеческим лицом. Как вы скажете украинскую социализм с человеческим лицом? Социализм людским обличьем. Людским обличьем, так. Это то, что пытались сделать в Венгрии, в Польше, в Чехословакии тогда. Ну, советские танки это задавили. У Израиля это получилось. Потом у нас была бархатная революция 1977 года, прошлого века, да, на 12 лет раньше, чем в Восточной Европе. С этого момента началось. Я думаю, что мы выстроили полноценную либеральную демократию где-то к середине 80-х годов. Это тяжелый процесс, это требует очень высокого уровня доверия власти и общественной кооперации. Да? А это требует низкого уровня коррупции, независимости судов, много чего, да, что предстоит сделать. Демократия неможлива без цього. Неможлива. Окей, смотрите. Неформальные структуры власти, элиты, группы интересов, коррупция есть везде. Есть и это, да, даже при либеральной демократии. Разница между демократией либеральной и нелиберальной, что в либеральной демократии есть и это, а в нелиберальной демократии, которая на самом деле является мягкой формой авторитаризма, есть только это. Да. Вот. Поэтому не мне вам отвечать на этот вопрос. Я вам дякую, пане Володимире, що знайшли час поспілкуватися. Кажу, тем, що залишилось до обговорення, дуже багато. Очевидно, вже наступного разу ми їх зачепимо. Володимир Заєв Ханін, ізраїльський політолог, професор університету Бар-Ілан, академічний керівник Інституту євроазіатських єврейських досліджень у Герцелії, Ізраїль, сьогодні був в ефірі Львів Медіа. Дуже змістовна і світоглядна розмова. Пане Володимире, моє шанування та дякую. Дякую вам, дуже вам дякую. Дякую за запрошення і перемоги нам. Разом переможемо. Однозначно. Дякую. Дякую.